Вітаю! В ефірі телеканалу «Репортер-студія». З вами Крістіна Черновалова. І сьогодні ми продовжимо говорити про вступну кампанію 2021. До нашої студії сьогодні завітав Михайло Серебро. Це директор Вищого об'єднаного училища сфери послуг Національного університету Одеська юридична академія. Вітаю вас! Добрий день! Отож, хочеться почати з того, які є переваги навчання в училищі сфери послуг та чому абітурієнти повинні обрати саме цей освітній заклад. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить вас за приглашение в столь важное время. Сейчас в разгаре вступительная кампания, и важно иметь возможность донести до наших будущих учеников, студентов важную информацию о поступлении. Я вам за это искренне благодарен. По поводу того, почему именно, да, Высшее профессионально-техническое училище сферы услуг Национального университета Одесской юридической академии. Ну, во-первых, мы Высшее профессионально-техническое училище, мы часто на этом акцентируем свое внимание и будем продолжать это делать, потому что этот статус достался училищу не просто так. Это высший аттестационный уровень, которому может соответствовать профессионально-техническое училище. Соответственно, он говорит не просто об игре слов, как сейчас лицей, центры профтехобразования, он говорит о неком качественном измерении этого учебного заведения. И это качество максимальное, насколько оно может быть в профтехсфере. Второй критерий, ну, мы государственное учебное заведение, мы имеем все необходимые документы для осуществления образовательной деятельности в этой сфере на уровне квалифицированного рабочего и на уровне фахового младшего бакалавра даже. Мы имеем лицензию государственную, мы в этом году прошли аттестацию по большинству профессий, по некоторым из них мы просто по плану проходим в следующем году, поэтому я не говорю все, а большинство. То есть мы двигаемся планомерно, мы выдаем диплом государственного образца, который вносится в единую государственную базу документов об образовании, и человек, окончивший наше учебное заведение, всегда может быть спокоен о том, что его, во-первых, содержательно наполнили знаниями, ну и, соответственно, формально обеспечили теми документами, которые дают ему все возможности и очень хорошие перспективы для будущей работы. Ось ви сказали, наповнили знаннями. Які ж професії готує ваше училище? Та чи користуються ці спеціальності попитом на ринку праці? Тому що, ну, це дуже важливий аспект сьогодення. Ну, к слову, мы в этом году, кстати, отпраздновали 75-летие нашего учебного заведения. Оно было основано в повоенные годы, в 1946 году. За этот большой промежуток времени училище претерпевало тот перечень профессий, по которому оно совершало подготовку, но всегда основным, вокруг чего эта подготовка осуществлялась, была сфера услуг. На сегодняшний день время расставило все по своим местам, так сказать, и мы готовим по самым востребованным в сфере услуг направлениям, таким как парикмахер-модельер, таким как портной, таким как администратор-деловод, закройщик и фахового младшего бакалавра по направлению, по специальности технологии легкой промышленности. Это уже на основе диплома квалифицированного рабочего, то есть после окончания нашего училища можно продолжить дальнейшее повышение уровня до фахового младшего бакалавра у нас в училище. Як щодо обладнання, тому що студентам, абітурієнтам дуже важливо, де навчатися та за яких умов? У нас училище одно из самых больших по контингенту на сегодняшний день в городе Одессе, соответственно, и по площади, и по материально-техническому обеспечению, которое пропорционально тем объемам учащихся, которые проходят через наше учебное заведение. Так как мы являемся структурным подразделением Национального университета Одесская юридическая академия,
стараниями президента университета, академика Сергея Васильевича Кивалова. Мы имеем все возможности пользоваться хозяйственной частью академии, материально-технической базой, будь то спортивные залы, будь то библиотека, всем известная, да, начиная просто от банальной подготовки к учебе и заканчивая возможностью, будь и желание такое у ученика, посетить и музей редкой книги, и тир, и спортзал. То есть в этом плане все соответствует не просто нормам, а больше чем. Что в том числе подтверждается тем, что я озвучил, в этом году мы аттестовались, и до этого мы имеем лицензию. А это один из критериев материально-технического обеспечения для получения разрешения на подготовку этих специалистов. У нас оно более чем высокое, потому что мы вроде бы как профессионально-техническое училище, а база у нас высшего учебного заведения. Ми почали нашу розмову з того, що зараз у розпалі вступна кампанія. Чи є якісь нововведення для вступу цього року в ваше училище? В общем, в профтехучилище из года в год практически не меняются условия поступления, но, к сожалению, конкретно в наше учебное заведение есть определенные изменения и особенности. К сожалению, в этом году мы сейчас открываем набор исключительно на контрактную форму обучения. Да, к сожалению, я думаю, мы еще в рамках нашего разговора вернемся к тому, почему так случилось, кто к этому приложил руку и какие печальные последствия в плане да, жителей города, жителей области, которые желают учиться, не имеют возможности учиться. Я думаю, мы на этом остановимся отдельно. Хотелось бы назвать, вот, кого мы все-таки принимаем. Да? Мы берем после 9 класса школы учеников и берем после 11 класса школы учеников. По тем профессиям, еще раз повторю, парикмахер-модельер, портной, деловод-администратор, это смежная профессия, и закройщик. Это после школы, будь то 9, будь то 10 или 11 класс. Если ученик приходит просто после 10 класса, он зачисляется в ту группу к ученикам, которые после 9 класса. Но можно вступить после 9, 10, после 11 класса. Для поступления у нас устное собеседование, внешнее независимое тестирование. Акцентирую на этом внимание, дорогие друзья. Оно абсолютно, да, вот это страшное слово из трех букв ЗНО, оно для поступления в наше профтехучилище не нужно. Вам, по сути, нужно прийти, мы оценим ваши общие учебные компетентности, да, проведем небольшой разговор, с вами пообщается ответственный секретарь нашей приемной комиссии, Витберкова комиссия. И, в принципе, мы вас на основе школьного аттестата принимаем, будь то ли 9 класс, или будь то 11 класс. При поступлении мы подать документы вы можете по адресу улица Мельницкая, 24А, это угол улицы Балковской, ориентир завод Шустов, но вход со стороны именно Балковской. Там достаточно заметная вывеска, красное, да, такое нарицательное здание, как у нас во многом в стране ассоциируется, да, есть одно учебное заведение высшее красного цвета такое, это его фишка, но у нас училище было красным цветом еще до того, как это стало мейнстримом, так сказать. Адрес я назвал, можете отметить себе, я для наших телезрителей скажу, номер телефона приемной комиссии, это 733-30-67 и запасной номер 731-62-78. Также, кому удобно, можете обратиться на академическую 7. У нас тут есть несколько мастерских производственного обучения. У нас тут есть ряд высококвалифицированных мастеров и преподавателей. Это все одно училище, просто территориально. Кому удобнее Приморский район, можете обратиться на улицу академическую 7 в корпус училища сферы услуг. Вам подскажут. Это на территории студгородка Юракадемии.
компании нашей, можете подать документы в том числе и туда. У нас есть сайт, у нас есть страничка в Инстаграме, вы можете загуглить, вписав «Училище сферы послуг Национального университета Одесской юридической академии», вы без проблем перейдете либо на Инстаграм, либо на наш сайт, через который вы тоже попадете в Инстаграм. Там есть перечень документов. Основные – это паспорт, идентификационный код, это документ о школьном образовании, то есть аттестат за 9 классов или за 11 к дополнению к нему. И ряд небольших других документов, там медицинские справки. Это вы уже сможете уточнить на сайте или по номеру телефона, дабы не тратить сейчас время зря. По поводу стоимости контракта, сейчас в силу того, что нам слишком поздно, а именно 22 числа было последнее заседание исполкома, кстати, мы так и не получили еще официального документа, но вот окончательная информация по региональному заказу сформирована очень поздно, не по нашей вине. Опять-таки, надеюсь, мы уточним этот вопрос и эту проблему на ней. Я хотел бы заострить внимание. Поэтому просим прощения у наших поступающих, кому мы отсрочили время приема, кому мы обещали обратиться сначала во второй половине июля, теперь уже в начале августа. Мы это все сейчас, то, что зависит от нас, максимально быстро исправим, подготовим формы контрактов. Сейчас планово-финансовый отдел делает просчет. В среднем мы пытаемся выйти на сроки обучения после 11 класса на год. Это парикмахер и портной. Деловод – это будет в районе 7 месяцев после 11 класса. После 9 класса, так как там надо вычитать школьную программу и получить школьный аттестат, кроме профессии, там будет трехгодичное обучение. Контракт будет варьироваться от 6-7 тысяч, например, на администратора за полугодичный курс, до 10 тысяч на парикмахера-модельера, например, после 9 класса. После 11, я думаю, мы уменьшим, будем где-то в районе 9 держаться. То есть эти цифры плюс-минус 1 тысяча влево-вправо. Опять-таки, я прошу прощения за столь важные моменты, которые являются неточными, но это не от нас зависящая информация. Как только мы получили на гора, так сказать, ту информацию, с которой мы можем работать для того, чтобы это просчитать и сделать конкретный алгоритм наших действий, вот мы сейчас оперативно работаем. Но извините меня, нам решили это доводить в конце июля месяца, когда 1 сентября в идеале у нас остается месяц, да? А если брать по-хорошему 20-25 дней, потому что большинство людей уже в 20-х числах августа хочет знать, что они зачислены, хотят видеть себя в списках зачисленных, а не в списках подавших документы. Соответственно, это приказы об обучении и ряд других формальностей, которые нам просто не позволяли, не знаю, боюсь даже предположить, то ли сознательно, то ли по какой-то халатности просто-напросто, но вот функционеры из образовательной сферы местного самоуправления областного уровня, в первую очередь, к сожалению, толкали нас вот к таким неопределенным действиям до последнего. Я уверен, что мы эти моменты все преодолеем, будем двигаться дальше и с помощью академии, с помощью руководства университета Сергея Васильевича Кивалова и не такое проходили. Мы наберем контракт. Мы покажем еще, что в профтехе можно учиться на контракте, и к нам будут идти на контракт, и идут сейчас, я вам больше того скажу, потому что это качество и это знак. Училище еще старше, чем университет. 75 лет. Это классика таких профессий. Вы в Одессе их больше просто нигде не получите. Поэтому я в нас уверен на 100% и спокоен. Просто неприятно немного, знаете, неприятно, но мы все сделаем. У 2016 році, точніше, з 2016 року фінансувати технічні професійні училища почали з місцевого бюджету. Правильно, так? Так. 5 років пройшло, можна робити якісь певні висновки. Чи задоволені ви ось такими реформами? Ну, знаете, все познается в сравнении. Нам казалось, когда нас перевели на финансирование с общегосударственного на местное самоуправление, то есть на городской совет, нам казалось, что все равно этого недостаточно. Но теперь, когда мы попали по-настоящему в эксперимент,
передрягой и чем-то просто непонятным, разбалансированным, халатным до невозможности этот эксперимент я назвать не могу. Потому что если нам казалось, что недофинансирование на капитальные издержки, там, ремонт капитальных сооружений там, и других вещей мы не получали из городского бюджета, но оказывается, мы даже не могли подумать, что на сегодняшний день, войдя в эксперимент, который начался с 2021 года, да, с сентября месяца, сентября 2020 года, то есть с этого учебного 2020-2021 года, когда за детей из области или из других уголков нашей страны платит областной бюджет, а за детей с городской местом жительства по-старому, да, с пропиской платит городской бюджет, оказывается, что областной бюджет колоссально недовыполняет свои обязательства. Колоссальнейшим образом. Мы имеем задолженность периодическую по стипендии, которая то гасится, то опять накапливается. Мы имеем впервые просто-напросто задолженность по той части оздоровительных, которые оплачиваются именно из областного бюджета. Такого никогда не было. Университет, например, финансируя из городского, из государственного бюджета и имея спецфонд, никогда себе такого не позволял. Мы просто не имеем спецфонда, мы не имеем права закрыть эти дырки. Мы просто ходим с протянутой рукой. У нас областной совет, областной департамент образования собирает информацию о задолженности раз в месяц. Говорит, мы погасим, и это завтра, послезавтра. То, что касалось субвенции преподавателям общеобразовательных дисциплин, когда это деньги государственные, их перечислили. А задолженность у нас есть. Ждем, ждем, ждем. Апреле месяце, да, только начался этот эксперимент, проходит менее полугода, нам сразу режут кашторысы, которые были уже утверждены в сентябре месяце. Это тоже беспрецедентно. Снимают 3 миллиона гривен. Стипендию режут, которая всегда считалась само собой разумеющимся в профтехучилище. 490 гривен. Разве это те деньги, на которых надо экономить? При этом финансируется, например, областной бюджет выделяет 1 000 000 гривен на развитие Федерации гандбола. Просто это вот навскидку, таких примеров можно привести 1 000 000. Мы же еще социальную функцию выполняем. Мы же детей уводим, да, из семей, которые имеют какие-то, возможно, трудности финансового характера. Или просто люди хотят получить рабочую специализацию. Мы их уводим, по крайней мере, с улиц. Кроме того, что в первую очередь даем им профессию. Нет, считают, что на это можно сэкономить. Говорят, у нас был ковид, ну извините меня, вот сфера образования, особенно сфера профтеха, которая не финансировалась, так теперь еще давайте будем экономить на заработных платах, будем экономить на оздоровительных, которые входят в отпускные. Как люди планируют себе отпуск? Конец июля месяца, у некоторых нету оздоровительных выплат. Я хочу, чтобы на это кто-то дал внятный ответ. Кроме проблем еще других, сроки. Какая проблема? Вообще по методическим рекомендациям сроки утверждения регионального заказа должны быть до начала приема. Прием начинается и утвержденных правилах департамента, которые сами ставят печать, 15 июня. Мы получаем от области 1 июля информацию. От города было заседание 22 июля. Официально решение исполкома мы не получили, мы просто наблюдали это все визуально, видели проект решения. То есть как? Если вы уже эти места не даете, зачем вы у нас воруете просто-напросто, извините за выражение, драгоценное время, которое мы можем потратить эти 1.5 месяца, чтобы переформатироваться, довести эту информацию до поступающего, возможно, открывать какие-то другие профессии и направления. Ну, я говорю, это неприятно, знаете, это эмоции. Я уверен, что мы уже за эту неделю, как только получили исходные нужные нам данные, полностью все переформатируем. И я вас уверяю, у нас сокращений никаких не будет, не дождется никто. Они недооценивают, мы подготовились к этому. У нас ни один мастер производственного обучения
не потеряет работу. Это гарантирует президент университета, это гарантирует руководство университета. Мы будем пересматривать нагрузку. Да, она будет где-то меняться. Если кто-то мог себе позволить на 1,5 ставки, может, это будет меньше нагрузка. Но работу мы будем все равно предлагать и этой работой обеспечивать. З чим пов'язана така ситуація, недофінансування з обмеженим часом? Ви знаєте, от що трапилось взагалі? Чесно, я не можу вам сказати. Це безпрецедентний якийсь хаос і по срокам, і по об'єму фінансування, і по вот, доведеній інформації, її чіткості. Ніякої чіткості нету. Завтра, післязавтра, подождіть, ми не знаємо. Колектив, відповідно, теж в підвішеному стані. Он же тоже хочет слышать от руководства университета, от старшего мастера, замов, от директора какой-то ясности. Да? Люди уходят в отпуск, они хотят идти и знать, что идет в сентябре. Но я сказал, что все будет в порядке. Но мы теряли время, теряли время. Более того, я вот просто хочу сказать, вот вы представьте себе, наша областная власть очень гордится тем, что они открывают центры профессионально-технического образования. Это сейчас периодически в средствах массовой информации возникает. Тот, кто не работает в этой сфере, он не до конца понимает, что центры профессионально-технического обучения, да, это по сути открываются отдельно взятые мастерские, такие, как они должны быть. Только открыть в Одессе с 2017 года по сегодняшний день 29 или 30 центров, тобто, это не гордость. Тобто це 29 классов. Ну, это мастерская производственного обучения. То есть если это портной, значит это мастерская там, да, с 15-25 машинок. Угу. Да, там разные это будут швейные машинки, это будут оверлоки, это соответствующий ремонт, да, то есть, ну, это то, что само собой разумеющееся. Уважаемые, это просто хорошая мастерская производственное обучение. 29 таких мастерских за 5,5 лет, да, это немного. На секундочку, у нас в училище их только порядка такого количества. А сделать в каждом училище, и то не в каждом, по одной, это капля в море. Это хорошо, что делается хоть что-то, но это не оправдание для власти, которая говорит, ну, хоть что-то, ребята, на этом скажите спасибо. Более того, я все больше и больше вижу местную власть областного уровня, которая открывает эти центры, но звучит эта информация, но она чуть-чуть так как-то не очень акцентирована. Они-то открываются за бюджетные деньги. Это субвенция государственная. К этому непосредственное отношение имеет директорат, в первую очередь профтехобразование, министерство, министр и профильный заместитель. Местная власть, она по сути готовит областной департамент образования, пакет документов и передает их на конкурс, да, совершая какой-то отбор этих документов. Но открывает все так, как будто бы у нас тут просто фонтанирует все. Да, но я еще раз говорю, это хорошо и повезло тем профтехучилищам. Я рад за тех детей, которые доберутся. Дай бог, чтобы они сели за эти машинки. Я смотрю, некоторые мастерские там умудряются в коробках запечатанные отвертки вот так вот повылаживать. Так вы же уже несколько месяцев работаете. Как это они у вас в коробках запечатаны? А в вашем училище открыли такой центр? Чи нет, мы такой центр открываем сейчас. Мы начали это делать. Да, за счет университета мы уже практически закончили новую мастерскую производственное обучение парикмахеров. Сейчас нас просто чуть-чуть выбило из колеи эта ситуация, вот, с которой мы сейчас по набору работаем. Но знаете, как хочется сказать, вы нам не мешайте хотя бы. Оплачивайте заработную плату, как положено. Давайте региональный заказ, а то получается региональный заказ почему-то не получают отдельно взятые учебные заведения. Когда задаешь вопрос, а какие критерии? Лицензия есть, аттестация есть. Вы структурное подразделение вуза, пускай вас финансирует вуз. Я сейчас открою региональный заказ, и вам я не хочу говорить, как-то дискредитировать своих коллег, пускай будем считать, что им повезло, да? Они тоже структурное подразделение вузов, других. То есть это какая-то такая ситуация каламбурная, ну, которую нас хотят взять на измор или испытать. Я еще раз говорю, президент университета этого не позволит. Училище в этом году запустится и будет работать. Мы уже в этом уверены.
Знаете, так чуть-чуть нас обманули, подождите там туда-сюда, мы догоним. Это мы догоним и перегоним за этот месяц. У нас сейчас в приемной комиссии 150 комплектов документов. Контракты более чем рыночные, извините меня, там 8 или 10 тысяч гривен, это $300. Получить ребенку профессию парикмахера, он эти $300 за неделю заработает, имея год стажа. Если он будет хорошим специалистом, он их заработает и быстрее. Поэтому это ориентир, точно так же хороший портной в Одессе, где есть рынок промышленный, где есть порт, экспорт одежды, соцсети сейчас развиваются. То же самое деловод, то же самое администратор, куча салонов красоты, гостиниц. У нас есть связи с теми заведениями, где мы вас можем направить на работу, и дать вам рабочее место такое, которое в трёхкрат перекроет ваш контракт, вы его менее чем за год отобьете. Поэтому я вас ориентирую не вестись, лишь бы куда пойти, да, чем может, потому что в ребенка надо инвестировать, в свою профессию надо инвестировать. И инвестиция это чисто символическая, которая нас обязывает государство. Потому что мы обязаны просчитать коммунальные платежи, заработную плату, когда это не удосужилось сделать областная власть, не выполнить свои обязательства перед людьми в том числе. Я хочу, чтобы эти депутаты областного совета, функционеры, которые этим занимались, посмотрели в глаза сотрудникам, которым они 75 лет училищ, у меня есть сотрудники, которые отработали по 40 лет. Их поздравляет президент университета, они получают там путевку, едут отдыхать на базу отдыха. То есть внутри то, что от нас зависит, мы делаем все. Не мешайте, выполняйте свои обязательства. Все будет в порядке. Дякуємо вам за емоційний сьогодні виступ. Ваш. Да, горю этим, понимаете? Я получаю запал от руководства університету, несу его сюда и пилаю просто этой задачей. Я хочу, чтобы коллеги, которые сейчас в отпуске это увидели, чтобы они услышали какие-то ответы на вопросы, которые у них рационально есть. Они задаются вопросом, почему. Вот я думаю, какая квинтэссенция у нас получилась. Бажаємо вам успіхів. Спасибо большое. У новому навчальному році. Сподіваємось, ви наберете кількість абітурієнтів, студентів, на яку розраховували. Обязательно. Я нагадаю, сьогодні до нашої студії завітав директор Вищого об'єднаного училища сфери послуг Національного університету Одеська юридична академія Михайло Серебро. Сьогодні ми спілкувалися про вступну кампанію 2021. Мене звати Крістіна Чернавалова. До нових ефірів та гарного вам вечора.